Коммунальную аварию на улице Попова в Барнауле продолжают устранять, пояснили в пресс-службе Барнаульского водоканала. Напомним, сегодня утром по адресу Попова, 39, произошло повреждение на водопроводе. Без холодной воды до сих пор остаются 4 многоэтажки и 4 административных здания. К домам осуществляется подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы продолжатся до полного устранения ЧП.